Всем привет! Вот решил вам показать мой маленький городок. Открываю сезон езды на самокате по городу. Вот проехался по Васильевскому, по набережной. Стоят здесь пароходы. Люди ходят. Художники пишут картины. Просто сидят. Наслаждается нашей Невой. Решил просто сделать несколько фотографий, немножко видео. Красивый все-таки наш город, конечно. Я очень рад, что я здесь живу. Он мне нравится, потому что он какой-то особенный. Ну, мне так кажется, конечно. Вот я уже к Исаакию подъехал на самокате. Какой-то мужик спит в автобусе, видимо, турист, ну, совсем замотался видеть наши красоты. Вот здесь живет наша власть, точнее, голосует и заседает. Какая-то свадьба тоже на площади. Вот и пароходик. Я выбирал такие места, ну, по возможности, конечно, куда смог доехать. Ну, не совсем такие туристические, но вроде вот. Посмотрите. Хороший мостик такой. Тоже люди стоят, фотографируют. Ходят катера. Там экскурсии разные. Кстати, когда будете в Петербурге, если будет возможность, конечно, и смысл заказать экскурсию, проехать по рекам и каналам нашего города. Получите удовольствие. Самое главное, чтобы с погодой повезло. Ну, а если не повезет с погодой? Ну, что значит повезет, не повезет? Ну, если будет дождик такой, это тоже нормально, наша погода питерская, поэтому ничего тут страшного нет. В любую погоду мой город хорош. Тара-тара-тара, его просто поймешь. Вот. Поэтому, ну, постарайтесь прогуляться на пароходике. Даже, кстати, пароход, может, некоторые катера ходят в район Кронштадта из Петербурга. Народу достаточно много было в городе. Это было 23 июня, то есть сегодня у нас 24, по-моему. Посмотрим на компьютере. Да, сегодня 24, это было вчера. Вот. Ну, это вот просто попали в кадры мусорных каких-то баков я фотографировал. Не знаю, что сюда попало. Понятно. Ну, город, он же разный. И город, люди, и, естественно, и мусор, кстати. Ну, все вывозят, надо это отметить. Кафе я нашел. Кафе. Вот там сидел, выпил кофе. Ну, кафе такое средненькое. Ну, просто надо было попить. Попил. Людей много. Вот смотрят, фотографируют. Вот. Как раз накануне это все было Алых Парусов. Очень много было учеников, учениц, выпускников, которые ходили с лентами. Уже готовились к торжественному мероприятию, которое вроде было на Дворцовой около 11-го. Вот. Ну, а я просто сходил, снимал видео. Просто, чтобы, знаете, показать, чтобы человек, может быть, почувствует какой-то дух там города. Какие-то виды нестандартные, может быть, да? Не Исааки, Казанский и Невский, а какие-то другие места. Это тоже наш город. Камера у меня сорвалась с рук. А вот, видимо, мои ноги. Да, что-то случилось с камерой. Вот. Фотографии немножко пообработал, сделал поярче, а видео не стал добавлять цветов. Видео так, как есть. Поэтому вот
смотрите. А в общем, такие же краски. Если я уже до Сенной добрался тут. Это люди под зонтиком, по-моему, китайцы сидят. Китайцев, кстати, достаточно много. Ну, недостаточно, а прилично. Прилично. Это уже опрашка. Проксин двор. Там впереди будет Невский. Вот. Такое маленькое путешествие. Посмотрели. Ну, собственно говоря, и все. Больше я ничего говорить не буду. Смотрите. Кто досмотрит до конца, конечно, видео. Всем пока. Всем привет. Будете в Питере, в моем маленьком городке. Пройдитесь, посмотрите. Не только по центральным улицам каким-то, которые в справочниках. Ну, отойдите вправо или влево от Невского проспекта. Тоже получите удовольствие. Хорошие места. Все. Всем пока. Всем привет. До свидания.